Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на игровой монитор от компании MSI. Он отлично подойдет многим с точки зрения как размера, так и технологии внутри, и, конечно же, реально крутой картинки. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели данного монитора MSI Optix G273QF. Это интересное решение на 27 дюймов с крутой быстрой IPS панелью и на самом деле достаточно большим количеством технологий, которые будут вас радовать как в ежедневных задачах, так и в играх. Но прежде чем мы продолжим, хочу вам рассказать о ПК, к которому мы будем подключать все это великолепие. Это MSI Mac Infinite S. Компактный компьютер, в основе которого лежит Intel Core i5-10400F, видеокарта GTX 1660 Super Ventus XS, а также там установлено две плашки по 8 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ жесткого диска и целых 256 ГБ SSD. Так что вы получаете максимум с точки зрения возможностей за отличную цену. А я же смогу раскрыть потенциал данного монитора по полной программе. Внешний вид монитора достаточно строгий, однако с определенными игровыми акцентами. Например, ножка внизу очень тонкая, вот прям буквально два усика вы будете видеть перед собой, что является серьезным большим плюсом с точки зрения размещения на столе. Однако в столовой части монитора есть более массивная часть ножки, которая как раз и будет принимать на себя весь вес. И эта ножка является интересным, эргономичным, продуманным решением, так как позволяет вам наклонять монитор в пределах от минус 5 градусов до плюс 20 градусов. Комфорт очень важен, ведь геймерские сессии могут затянуться на долгие часы, и вам должно быть комфортно все это время. По бортам столовой части давайте идти слева направо. DisplayPort, версия 1.2, HDMI 2.0b, выход под наушники, а также порт для подключения кабеля питания. ПК подключаем по DisplayPort, а 2 HDMI используем, например, для игровой консоли. Круто же. С задней стенки монитора расположен джойстик. Он многопозиционный, позволяет вам легко перемещаться в меню самого монитора и управлять всем функционалом. Само меню удобное и интуитивно понятное. Оно позволяет настраивать монитор максимально детально, а также отображает то состояние картинки, которое сейчас передается, включая разрешение, различные стандарты и так далее. Таким образом, вы можем включить различные игровые режимы. Есть, например, прикольный режим ночного видения, который позволяет даже самые темные сцены в играх сделать светлее, таким образом видеть врага намного дальше. И много других особенностей, которые будут вам удобны при ежедневной эксплуатации. Так что это действительно вспомогающий фактор, плюс MSI большие молодцы, они делают действительно крутые меню, которые ты хочешь использовать. А с монитором это бывает не так, чтобы часто. Далее я предлагаю потестить все в играх, чтобы наглядно понять, насколько картинка крутая. Ну и, конечно, начнем мы с Doom Eternal, дальше будет Cyberpunk 2077, а после мы посмотрим на какой-нибудь сетевой Warzone от Call of Duty. Так что сможем оценить по полной программе все возможности данного монитора. А изображение здесь великолепное. Это очень быстрая IPS-матрица. У нас здесь разрешение 2560 на 1440 пикселей, то есть WQHD, за счет чего мы получаем четкое и детализированное изображение. Низкое время отклика 1 миллисекунда G2G и отличная цветопередача. IPS есть IPS, плюс здесь расширенный показатель по цветам. Я жил с ним около месяца, и вы знаете, никаких проблем не было. Видео цвет корилось, фотографии обрабатывались, в общем, без каких-то не было проблем. С точки зрения именно использования его для какой-то творческой деятельности, для ежедневной деятельности, для офисной деятельности, этот монитор подходит наилучшим образом. Здесь также применяется повышенная частота обновление экрана, это 165 Гц, максимально все плавно, а также система подавления мерцания экрана и снижения интенсивности синего цвета. Углы обзора здесь 178 градусов. Поддерживается также адаптивная синхронизация NVIDIA G-Sync, правда для этого вам потребуется видеокарта семейства GeForce, GTX или RTX, как в моем случае GTX 1660. Да и вообще этот монитор отлично подойдет для потребления контента по типу сериалов, фильмов, да просто ютубчик на нем будет посмотреть, тоже прикольно. Так что это получился такой универсальный игровой монитор, который подойдет многим и однозначно еще большему числу понравится. Давайте переходить к итогам.
По итогам монитор от компании MSI получился действительно зачетный. Очень крутая матрица с точки зрения цвета передачи. 165 Гц и в принципе именно те технологии, которые делают монитор игровым. Все это здесь присутствует. И я получил максимальное удовольствие, когда тестировал данный монитор достаточно длительный промежуток времени. И поэтому могу смело вам его рекомендовать. Актуальную цену чекайте по ссылкам в описании, а также прикрепленный комментарий. Естественно, не забывайте поставить большой палец вверх на канал, подписаться, внизу есть красная кнопочка, нажать на колокольчик два раза, чтобы не пропустить выход новых видео и несколько доп. Роликов тут. Нажимайте, переходите, там тоже много всякого разного интересного.